Москва ответила санкциями на атаку Анкарой Су-24 в Сирии. Указ подписал Владимир Путин. С Нового года Россия ограничит ввоз отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, президент запретил нанимать на работу граждан этой страны. Вводятся бизнес-ограничения, например, в строительной сфере и торговле. Также отменяют все чартерные рейсы и безвизовый режим между нашими странами. Один из самых сильных ударов по турецкой экономике будет нанесен за счет туризма. Российским операторам надлежит прекратить продажу путевок на это направление. Только на наших туристах экономика Турции зарабатывала до 3 миллиардов долларов ежегодно.